17 июля Казанский федеральный университет и отделение Банк Татарстан ПАО «Сбербанк» заключили соглашение по образовательному кредиту с государственной поддержкой. Образовательный кредит – это государственная форма поддержки получения платного образования. Он выдается коммерческими банками. Благодаря соглашению между вузом и банком кредит станет доступнее для будущих студентов. Сегодня мы договорились с Казанским университетом о том, что и Казанский университет также будет субсидировать оставшуюся часть процентной ставки. То есть таким образом для будущего студента стоимость обучения существенно снизится за счет того, что фактически 2/3 процентной ставки по этому кредиту берет на себя либо государство, либо федеральный университет. Теперь абитуриенты имеют возможность возмещения уплаченных процентов по образовательному кредиту. Также им предоставляется льготный период на весь срок обучения и дополнительно 3 месяца. Часть процентной ставки будет гасить университет. А эта часть, если точнее сказать, это 5%. Университет берет эту нагрузку на себя. И получается, что студент будет платить менее 3%. Наша главная задача – дать дополнительные возможности получить высшее образование в стенах нашего университета. Пока это беспрецедентный случай, когда университет, еще раз повторяю, гасит 5% стоимости кредита. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз.